В День науки ученый совет университета принял в свои ряды новых членов: Алексея Рындина, директора Всероссийского научно-исследовательского института цветоводства и субтропических культур, Игоря Никитина, директора гимназии номер 8, и Виктора Филонова, председателя городского собрания Сочи. У городского парламента с РУДН давние партнерские отношения. Помимо всего прочего, директор Сочинского института является председателем общественной палаты курорта и возглавляет в городском собрании комиссию по взаимодействию с общественными организациями. Чтобы эти документы были хорошо отработаны, чтобы они были на пользу нашему городу, нам нужны были квалифицированные эксперты. И вот эти эксперты как раз и есть, это ученые, это преподаватели РУДН. Поэтому мы опираемся на их опыт, знания. Для нас очень приятно, что у нас есть совместные программы, на самом деле. Вот, в нашей школе работают преподаватели РУДН, у нас есть совместная программа, и я надеюсь только, что мы эту программу сделаем более широкой, более глубокой, потому что нам есть чему учиться друг у друга. Сегодня Сочинский институт РУДН – это отличная площадка для ученых, в том числе и международное сообщество здесь работает над созданием проектов. Активно функционирует в ВУЗе и студенческое научное сообщество. Мы работаем по всем направлениям. И в области законотворчества, в области исследования нашего национального достояния и России, города Сочи, в области истории, филологии, философии. Я предполагаю, что весь юг знает о наших результатах работы в области естественно-научного блока. После торжественной части, посвященной Дню науки, в РУДН обсудили актуальнейший вопрос современного общества – сохранение русского языка как одного из важнейших образующих компонентов государства и культуры. Галина Моисеева, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.